Доктор Арнольд Дэвис. Получил наследство от дядюшки. 45 лет, еще ничего. С ним кто? Это его мама. Не получится, он занят. Маменькин сынок. Мать можно обмануть. Обмануть? Ошибаешься, детка. Тебе виднее. Уильям Б. Тензи, глава компании. Старые деньги, да и сам не очень-то молод. А ну, пошла прочь отсюда! Вон, вон! Вон! Сколько? 3 миллиарда. Пару миллионов в день. Никаких я с мертвецами не встречаюсь. Чем старше, тем лучше. Иногда везет, и они умирают сразу после свадьбы. И с ним целоваться? Мне это приходится делать часто. Может, ты у нас не графика? Действовать надо быстро. Почему хоть раз нельзя выбрать кого-нибудь посимпатичнее? Это твой принцип? Красавчики опасны. Ну, влюбляешься, а дальше постель и разбитые корыта. А чем не подошел доктор со своей мамашей? Пейдж, мы займемся Тензи и точка. Хочешь раскручивать Тензи, раскручивай, а я займусь Дэвисом. Параллельно работать нельзя. Слишком много проблем. Можно запросто пролететь. Не только в этом дело. Ты не считаешь, что я чего-то стою? Это ты сказала. Я заставлю мужчину подчиняться. Мальчишек подчинить большого ума не надо. Это просто. А ты попробуй за 3 месяца заставить мужчину вступить в брак. За 4. Что? На этот раз за 4. А раньше ты укладывалась в 3. Ну и что? Я форму теряю? Или постарела очень? Это ты сказал. Я в прекрасной форме. Потрогай мой зад. Я не собираюсь этого делать, мама. Мы обе знаем, там у тебя порядок. Ну вот что. Давай сыграем. Победитель выбирает. Видишь, парни устойки? Кто раскрутит его на выпивку, та и победит. Идет. Привет. Жалуюсь. Да, очень. О боже. Не подойдите. Конечно. О, вы так добры. Я обойти. Привет, а я? Все хорошо? Может, выпить? Работаем, Данди. Вот кретин.